Південноукраїнський центр етнічних і політичних досліджень ЛАД презентував політичні та соціологічні підсумки року. У прес-конференції узяли участь відомі вчені, політологи та соціологи, доктор політичних наук, професор Національного університету Одеська морська академія Ліліана Ярова, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Одеського національного університету імені Іллі Мечникова Василь Палюга, президент центру ЛАД Геннадій Чижов, а також доктор політичних наук, професор Денис Яковлев. Присутні проаналізували динаміку рейтингів одеських політиків та визначили стартові позиції кандидатів у наступних виборах. Ми зробили більш розширене дослідження, ніж звичайно. Взяли, опросили, несмотря на воєнне положення, яке діяло на той момент з 5 декабря по 19 декабря 2018 года. Вот такое затяжное, крупное, серьезное исследование. И опросили 1320 респондентов. Выборка составила 1320 респондентов во всех районах города. Метод мы взяли интервьюирование личное, и поэтому вот наш такой скромный труд хотим вам презентовать. Кроме того, что теоретическая ошибка нашей выборки, конечно же, в предварительном интервале 0,95 не превышает 2,7%, могут быть просто какие-то неточности, поэтому давайте будем вместе обсуждать итоги нашей такой сложной, но, надеюсь, достаточно репрезентативной работы. Первый вопрос, который мы задали одесситам в связи с актуальностью вопроса этого цикла избирательного 2019 года. Знаете ли вы, кто является депутатом Верховной Рады Украины от вашего района? Ну, потому что у нас районы совпадают с округами в городе Одессе. Исследование проводилось в городе Одессе, еще раз подчеркиваю. 57,6% респондентов ответили «нет» на вопрос о том, что знают ли они, кто является депутатом Верховной Рады от вашего района. И только лишь 42,4% ответили «да», утвердительно. Ну, это достаточно серьезный урон авторитету наших депутатов Верховной Рады и большой укор жителей нашего города, что вот получается почти две трети не знают, кто у нас депутат. Это если брать в целом за город Одессу. Если уже смотреть из того списка, который мы дали по реально действующим депутатам Верховной Рады Украины нашего города, а мы дали фамилии Сергей Кивалов, Дмитрий Голубов, Геннадий Чекита, Эдуард Новичок, которые являются депутатами в каждой от своего округа и, соответственно, каждого района Одесского из четырех, то тогда ситуация выглядит следующим образом. Назовите фамилию депутата Верховной Рады от вашего района. Сергей Кивалов набрал 67%. И занял первое место по этому показателю. То есть известность этого человека наивысшая в городе Одессе. Среди политических деятелей, среди наших местных представителей власти, представительской в Украине. Второе место у Дмитрия Голуба по известности 17,9%. Третье у Геннадия Чекиты 11%. Как вы знаете, он представляет Малиновский район. И вот есть у нас аутсайдер, это Эдуард Матвейчук, представитель Киевского района и 133-го избирательного округа, с результатом 4,1%. И краткий комментарий, что действительно, вот можете поднять старые материалы, ну, постоянно с Матвейчуком какая-то проблематика. И он вообще в Одессе не появляется. С кем не спрашиваешь, хочется взять интервью, хочется пообщаться на темы, волнующие избирателей. Но его просто в городе нет. Он переходит из партии в партию, из штаба в штаб. Постоянно работает где-то на выселках, на выезде. Но этот человек в данном случае получает соответствующий результат. Не хочется его ни в коем случае обидеть. Но в 2014 году то же самое было с ним история. Он, скажем так, с большим трудом стал депутатом Верховной Рады Украины. Следующий вопрос. Если бы выборы депутата от вашего района, соответственно, избирательного округа, состоялись бы в ближайшее воскресенье, за кого бы вы проголосовали? Этот, опять подчеркиваю, выборка и опрос жителей города без привязки к каких-нибудь округу и району. Просто весь город Одесса. Весь город Одесса ответил, что первое место занимает Сергей Кивалов. Весь город Одесса проголосовал бы за Кивалова, как подчеркиваю, как народного депутата Украины. 52,6%. Резко вниз, потом результат опускается. Второе место занимает среди всех горожан нашего солнечного города, всех жителей, Дмитрий Голубов, 14,3%. Виктор Баранский, у него результат 5,2%. Четвертое место занимает действующий депутат Верховной Рады Украины от БПП «Солидарность»
Алексей Гончаренко, 5% ровно. Пятое место у действующего народного депутата Геннадия Чекита, 4,8%. Шестое, Николай Скорик, 4,1%. И назовем еще седьмое, Виталий Саутенков, 3,9%. Следующий вопрос, если бы выборы депутата от вашего района или округа состоялись бы в ближайшее воскресенье, за кого бы вы проголосовали уже теперь в разрезе вот этих округов или районов? Приморский район показал следующие цифры. 72% избирателей отдали бы голоса за действующего депутата Верховной Рады Украины, народного депутата Сергея Кивалова. Показатель 72% говорит о том, что очень слабая конкуренция этому депутату среди других, потому что, получается, подавляющее большинство людей поддерживает его. И я не знаю, вот мне очень трудно судить об этом, потому что, с одной стороны, у него 67% узнаваемости, да, а вот такая большая поддержка. Наверное, потому что он является как бы образцом, примером депутата народного, который является с 98-го года народным депутатом. И вот поэтому такая вот большая узнаваемость и, соответственно, желание иметь такого депутата. Я помню, когда был на одной из презентаций, и статистику, которая не была опровергнута в публичном пространстве, в информационном поле, говорила о том, что приезжают с Южной Украины, с Николаева, с Херсона, с Ильичевска, с Южного, с Измаила, с Винницы. Уже, то есть, получается, хотят попасть на прием народного депутата, который действительно способен решить вопросы их и, по крайней мере, всех принимает до последнего. Я как-то сам помню, отслеживал, до 10 часов вечера идет прием граждан. Второе место занимает активный молодой политик, сравнительно молодой по политическому статусу, Дмитрий Голубов, депутат от Суворовского района. Вот он имеет 9,3%. Четвертое место Николай Скорик, 4,2%. Пятое Виктор Баранский. Шестое Алексей Гончаренко, 2,7%. Ну и дальше там уже не будем, потому что там уже 2% и меньше в пределах статистической погрешности остальные депутаты. Это все, подчеркиваю еще раз, действующие депутаты Верховной Рады Украины, которые попадали в список для опроса наших граждан. Следующий вопрос. Если бы выборы депутата от вашего района состоялись в ближайшее воскресенье, за кого бы вы проголосовали? Малиновский район показал статистику, что и в этом районе Сергею Кивалову, народному депутату Украины, удалось выйти на первое место 46,2% среди жителей Малиновского, подчеркиваю, района. А действующий депутат Геннадий Чекита там имеет твердую оценку 12%, его электоральное ядро, оно сохраняется, и вот оно под такой дает ему результат. Третье место Сергей Гриневский, хотя он не действующий депутат, но почему? Потому включали, потому что Сергей Гриневский был в предыдущем созыве народным депутатом Украины в этом районе Малиновском. У него 10%. Виктор Баранский 7,1%, Николай Скорик 6,1%, Дмитрий Голубов 5,1%. В Киевском районе результаты, опять же, в пользу народного депутата Украины Сергея Кивалова. Он там тоже почему-то имеет 56%, то есть больше всех. Вот это такая статистика нас поражает, что происходит в городе, что один человек лидирует, доминирует в разных районах. И похоже, что, я не имею на руках статистику, но вот общественная приемная, которая находится на пятой станции, в частности Фонтана, так называемая юридическая клиника, она заполнена жителями всех районов города и, как я уже сказал, других регионов нашей страны и других городов, области. Алексей Гончаренко имеет 11%, Сергей Кивалов, я сказал, 56%, Алексей Гончаренко 11%, Дмитрий Голубов 7%, Виктор Баранский 6,6%, Николай Скорик 5,1%, Виталий Саутенков 3,7%, Виталий Барвиненко 3,3%. И вот я хотел дойти обязательно до фамилии действующего народного депутата от этого района, от Киевского, от 133-го округа, Эдуарда Матвейчука. Он занимает почетное 8-е место с результатом 3,1%. Настолько его результаты не устраивают, не утешают жителей этого района. А обещаний, помним, было, конечно, достаточно. На этой волне популизма он и прошел в прошлой каденции, действующей от 2014 года. И, наконец, еще один район города замыкает исследование в этом разрезе депутатов от районов. Суворовский район. И если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то первое место
среди жителей этого района получил бы с результатом 37,5% Дмитрий Голубов, действующий народный депутат Украины от этого избирательного округа и, соответственно, от этого Суворовского района. На втором месте здесь снова Сергей Кивалов с результатом 35,8%. Жители Суворовского района вот так распределили свои голоса среди двух этих потенциальных избранников народных. Третье место с большим отрывом уже занимает Виталий Саутенков, у него 11% ровно. Четвертое – Виктор Баранский, 4,9%. Пятое – Алексей Гончаренко, действующий депутат Верховной Рады Украины, но списочник от партии ПП «Солидарность» 3,1%. И пятое место – Николай Скорик, 2,9%. Что касается следующей номинации, это так называемый антирейтинг, и на вопрос, за кого из кандидатов вы не стали бы голосовать ни в коем случае, обычно такой стандартный вопрос при всех социологических исследованиях, вот уже много лет, и опять же наше исследование подтвердило то же самое, лидирует в этом антирейтинге Алексей Гончаренко. У него результат 23%. 20% одесситов помнят бывшего действующего губернатора Михаила Саакашвили, они ему отдают 20%, что ни в коем случае за него не проголосовали бы, как народного избранника от нашего региона. За Геннадия Чекиту не проголосовали бы ни в коем случае 7,7%, за Николая Скорика 5,8%, за Александра Пресмана 4,7%. Ну, еще у нас шестая позиция у Дмитрия Голубова. 3,8%. Но остальные представленные в списке депутаты действующие, они не имеют практически антирейтинга, он в пределах статистической погрешности находится. Это мы не отмечали их. Если бы в парламент нашу Верховную Раду Украинскую будут проводиться выборы то ли на пропорциональной, то есть полностью по политическим партийным спискам или смешанной системе, то за какую партию вы бы проголосовали? Ну, потому что предполагается, что, возможно, будет принят в этом году, в 2019, новый закон, согласно которого мы можем получить пропорциональную систему в том или ином виде, открытыми или закрытыми партийными, они же еще пропорциональные, называются списками. Или же останется та действующая сейчас система, которая называется смешанной. Вот здесь лидерство удерживает, продолжает, как и многие годы, партия политическая, оппозиционный блок. У него 15,5%. Очень сильно вырвалось на второе место, и это очень удивительно, потому что в 2014 году были другие у нас показатели, явно меньше было. Сейчас у нас 14,3% у всеукраинского объединения «Батьковщина». Вот можно отметить, что эта политическая сила, может быть, лидер вытягивает это все своим президентским рейтингом. Но она пошла настолько сильно, что обошла все остальные партии, которые до этого были впереди у нее. У нее где-то обычно было 5-6 место, а сейчас мы видим, на вторую позицию перешла политическая партия «Батьковщина». Третье место, я уже сказал, да, наверное, 14,3%. 14,3%. Оппозиционная платформа «За жизнь». Это, вы знаете, не политическая партия, а это проект политический, но мы уже его номинируем, так как он имеет бренд, и он уже в глазах избирателей выглядит как будущая политическая партия. Поэтому мы их включили в список. Поэтому оппозиционная платформа «За жизнь» имеет результат 12,7%. На четвертом месте Украинская морская партия Сергея Кивалова 7,5%. Радикальная партия Олега Ляшко 6,4%. Пятое место. Шестое место — Политическая партия «Доверяй делам» 6,3%. Политическая партия, опять же, виртуальная пока, но она, возможно, будет формализована. Называется «Слуга народа». Мы ее как популярную силу возможного участника выборов 2019 года пронаминировали, и она получила достаточно серьезный результат. 6,1% в городе Одессе от всех, кто были опрошены. На седьмом месте блок Петра Порошенко «Солидарность» 5,6%. Следует далее партия «Гражданская позиция» 5,4%. За ней идет «Самопомощь», объединение всеукраинское, 5,2%.
а также недалеко от нее Всеукраинское объединение «Свобода» 3,5%, и замыкает список тех, которые преодолели 3% барьер, хотя барьер может поменяться. Сейчас у нас действует 5% барьер Верховную Раду, но мы взяли 3%, так как потенциально эти партии могут зайти в Верховную Раду. Вот новый проект политический, он уже действующий, называется «Партия наша». Такое очень краткое название, но необычное, да? Но оно есть. Тем не менее, вы знаете, лидер его Евгений Мураев. 3,2% симпатий наших одесских избирателей. Затрудняясь ответить, у нас 8,3%. Следующая номинация. За какую партию вы не стали бы голосовать ни в коем случае? Ну, опять же, известный всем антирейтинг, так называемый. За блок Петра Порошенко «Солидарность» в нашем городе Одессе ни в коем случае не проголосовали бы 40,5% потенциальных избирателей. Всеукраинское объединение «Батьковщина» имеет антирейтинг 18,5% в городе Одессе. Партия «Оппозиционный блок» 17,2%. Всеукраинское объединение «Свобода» имеет антирейтинг 14,2%. Вот тут тоже я хотел отметить, что у них очень сильно увеличивается поддержка граждан. Не так уже к ним относятся негативно, как было в прошлые годы, прошлые избирательные циклы. Для них это очень неплохой результат. Нет отторжения одесситами вот этой политической силы. Оппозиционная платформа «За жизнь» имеет маленький антирейтинг 4,2%. Радикальная партия Олега Олешко имеет 3,7% антирейтинга. И самый меньший практически антирейтинг имеет Украинская морская партия Сергея Ковалова. 1,7% одесситов никогда бы не стали голосовать за нее в коем случае. Да? Следующая номинация. Известно ли вам, кто является главой районной администрации вашего района, вашего территориального образования в городе Одессе? У нас 4 района в Одессе. И вот все одесситы, если брать целый город, ответили на этот вопрос следующим образом. Нет, мы не знаем, кто у нас является главой районной администрации нашего района в городе Одессе. 94,8%. Вот для меня эта цифра, конечно, сногсшибательная. Я не знаю, коллеги потом могут объяснять, что происходит. Я лично не могу понять, почему у нас не знают глав районных администраций. Что происходит? Это вот такой серьезный сигнал для действующей власти. И только 5,2% ответили «да», что они знают, кто у них является руководителем районной администрации в городе Одессе. Номинация такая, следующая. Оцените деятельность теперь уже глав районных администраций, и в частности вашего района, по 5-бальной шкале, где единичка – это наивысший балл, и потом, соответственно, 2, 3, 4, 5 – это наивысший балл. По администрациям нашего города. В Приморской районной администрации у нас глава Марат Королев, мы знаем, он получил следующие цифры. Его знают на пятерку отлично, 21,4%. Знают на четверочку, значит, 28,6%. На троечку твердо знают его, удовлетворительно. 31,2% жителей этого, подчеркиваю, Приморского района. На двойку практически мало знают его, 13,4%. И, конечно, единичка практически не знают, это 5,4%. Это, я считаю, что очень неплохие показатели на фоне других районов нашего города. Вот, например, главу Киевской районной администрации знают гораздо меньше по совокупности первого и второго показателя. Это пятерку поставили ему 17,1% жителей, подчеркиваю, Киевского района. Знают его на четверку, то есть более-менее знакомы с ним, и фамилию знают хотя бы. Это 12,9% жителей Киевского района. Удовлетворительно на троечку знает 28,5% жителей Киевского района. На двойку знают его 24,8%. И, наконец, практически не знают своего главу администрации 16,7%. Это единичка показатель. Глава Малиновской районной администрации. Здесь показатели еще ниже. Вот мы видим, на пятерку знают главу администрации 9,7%.
На четверку знает 20,3%, на тройку знает удовлетворительно 31,1%, и на двойку знает 27,4% избирателей и жителей Малиновского района. И практически не знают его, на единичку 11,5% жителей района Малиновского. Наконец, Суворовская районная администрация. Ну, здесь повыше показатели. Здесь на пятерку знает отлично его 24,6% главы администрации. Ну, я скажу, что это самые высокие показатели по городу. Второе место на четверочку знает его 35,4%. 18,1% на троечку знает своего главу Суворовской администрации, жителей Одессы. 18,1%, третье место, да. Четвертая позиция, это у нас на двоечку, практически не знают уже, 13,2% одесситов, жителей Суворовского района. И, наконец, практически не знают в своем районе Суворовском главу администрации, 8,7% этого района. Соответственно, вот такие краткие, можно сказать, итоги нашего исследования. Я, как политолог, доктор политических наук, комментируя данные социологические исследования, хотела бы отметить прежде всего следующее. Во-первых, обратите внимание, что в списке наиболее рейтинговых кандидатов в депутаты преобладают одесские политики. Здесь нет так называемых парашютистов, а есть люди, которые долгие годы живут, работают в Одессе, являются одесситами. Именно они являются представителями одесской политической элиты. Это сигнал прежде всего о том, что одесситы отдают предпочтение местным политикам, таким как Сергей Кивалов, Дмитрий Голубев, Сергей Гриневецкий. Одесситы хотят, чтобы в Верховной Раде лоббировались, активно лоббировались интересы нашего города и хотят, чтобы наконец формировалось мощное одесское лобби. Если речь идет о выборах в Верховную Раду, то мы видим, что одесситы прямо ассоциируют это с кандидатурой Сергея Васильевича Кивалова. Очень важно, знаете, вот мы говорим политические партии, и здесь тоже есть, наверное, что сказать, и, может быть, мы еще поговорим об этом более детально, но ведь при нынешней системе избирательной очень важная роль отводится кандидатам, которые идут по мажоритарным округам, и это же действительно, это за каждым из них стоит абсолютно конкретный округ, абсолютно реальный конкретный избиратель, в данном случае одессит, который... интересы которого они обязаны защищать и представлять в Верховной Раде. Поэтому, например, я думаю, что ни у кого не вызывает сегодня сомнений, ни у кого не вызывает там никакого удивления. Первое место Кивалова по практически всем районам города, по всем округам. Сегодня это действительно один из самых влиятельных политиков в нашем городе. Человек, который, вот наиболее рейтинговый, это кто? Это тот, кто защищает интересы одесситов, интересы своих избирателей в Киеве наиболее эффективно. Это тот народный депутат, который строго исполняет свои депутатские функции, осуществляет прием граждан. Это отражено в данном социологическом исследовании. Оказывает юридическую помощь. Мы тоже видим этот результат ежедневной работы. Ну а самое главное, наибольшей популярностью, наибольшим влиянием пользуется именно тот, депутат, мы говорим сегодня, или завтра кандидат в депутаты, представитель нашего города, представитель определенного округа, который эффективно защищает интересы одесситов, защищает, лоббирует интересы города, лоббирует интересы одесситов в Верховной Раде Украины, в Киеве. И поэтому, например, я думаю, что у экспертного сообщества также не вызывает сомнений, что сегодня на первом месте находится и по влиянию, и по эффективности исполнения своих функций именно Кивалов. Динамика общественного мнения, она всегда присутствует. Но если кто-то думает, что рейтинг, который сегодня достигнут определенными кандидатами, определенными депутатами, это вообще дело такое очень легкое, да, и дело одного дня или дело одной избирательной кампании, то это, наверное, самая большая ошибка, которую только себе можно представить. Поэтому выборы – это процесс политической конкуренции. Когда мы говорим о рейтингах, то мы сопоставляем рейтинги одних кандидатов с другими. И на сегодняшний день, например, никаких конкурентов определенным вот именно этим кандидатом, именно этому кандидату, я, например, не вижу.
Ни одного конкурента на сегодняшний день в электоральном поле для этого кандидата сегодня в Одессе не существует. Кто бы что ни говорил. Також учасники прес-конференції обговорили і розвиток самої науки соціології і наголосили на головних досягненнях за рік, що минає. Роботу в південному регіоні південноукраїнського відділення соціологічної асоціації України, де головою є доктор соціологічних наук Олена Васильівна Лісієнко. Завдяки роботі Олени Васильівни ми наладили стосунки з колегами не тільки всередині нашої держави, а також активно організуємо співробітництво з колегами з країн, які є сусідами по нашому пограниччю.